хотел сказать, что рад нашей новой встрече. Всегда Латунь вспоминает встречи, которые были на Кубе. Встречи с вами, встречи с Фиделем. Вот, и я считаю, что это очень хорошо, что мы так часто общаемся. El desarrollo de esa gran confrontación. Y помню все новости, которые передавались о ходе этой огромной войны. Y por lo tanto, yo no podía faltar en esta fiesta del 70 aniversario. Как сегодня, чтобы этот праздник, этот парад действительно был, проходил успешно. Un buen método, Bruno, tú que siempre estás representando. Еще раз хотел вас сердечно поблагодарить за то, что вы так внимательно относитесь к нашему празднику. Значит, мы будем есть. Все остальные будут разговаривать.